Дорогие друзья, приглашаю вас связать очень интересные, красивые, объемные, нежные мотивы цветочные. Крючок я использую 1,4. И ваш результат будет полностью зависеть от той пряжи, которую вы выберете. Серебро, золото или 100% мерсеризированный хлопок 169 метров в 50 граммах. Присоединяйтесь, не забывайте писать в комментариях, что у вас получилось, ставить лайки и, конечно же, кто еще не подписан на мой канал, подписывайтесь. Приступим к работе. И хочу показать, что у нас с вами получится после нашего подробного мастер-класса. Смотрите, если вы возьмете 100% мерсеризированный хлопок, я взяла достаточно контрастные цвета. Очень хорошо виден объем. Вот такая красота получится. Вы можете взять буквально любые цвета, любые оттенки, и у вас результат получится совершенно другой, но все равно будет безумно красиво, интересно и необычно. Видите, да? Вот такой объем. Я вот прям показываю, видите? Мы подробно, шаг за шагом, с вами научимся выполнять. И опять же, если вы возьмете золото или серебро, то у вас вот такой получится декоративный мотив, который вы можете использовать так же, как салфетку или украшение на елочку. Видите, просто потрясающе смотрится, интересно, красиво и очень необычно. Присоединяйтесь. Приступим к работе. Начинаю выполнение с колечка из 5 воздушных петель. Выполняю цепочку. 1, 2, 3, 4, 5. Далее ввожу крючок в первую воздушную петелечку и соединительную. Далее я выполняю 6 воздушных петель, которые мне заменяют столбик с 4 накидами. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее арочка из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И столбик с 4 накидами. 4 накида на крючок. Придерживаю пальчиком. Ввожу крючок в колечко. И выполняю столбик с 4 накидами. 1, 2, 3, 4. И 2 вместе. Далее арочка из 5. 1, 2, 3, 4, 5. И столбик с 4 накидами. 1, 2, 3, 4. И 2. Итак, мы с вами будем выполнять до конца нашего ряда. Далее опять арочка из 5 воздушных. Всего мы должны выполнить 9 столбиков с 4 накидами. И последний, точнее даже первый, да, столбик, скажем так, у нас заменяют петли подъема. То есть всего должно быть 10 столбиков с 4 накидами, один из которых заменен 6 воздушными петелечками подъема. Я выполнила все столбики с 4 накидами. Напоминаю, должно получиться 10, один из которых заменен петлями подъема. Далее ввожу крючок в 6 воздушную петлю. Вот я уже ее отметила крючком. И выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. И я могу приступить к выполнению следующего ряда. Это у меня будут арочки. И к началу ряда я прохожу соединительными. Смотрите, как я это делаю. В петлю крючок и соединительная. Не затягиваем, аккуратненько. Должна соответствовать вашей петелечке. Вторая соединительная. И теперь воздушная. Подтягиваю. И под арку выполняю столбик без накида. Далее я выполняю арочку из 25 воздушных петель. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Вот смотрите, какая большая арка получилась. Видите? Далее я пропускаю вот эту арочку и под следующую ввожу крючок, столбик без накида. И вновь точно такая же арочка из 25 воздушных петель. Итак, я должна выполнить 5 таких арочек. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Я выполнила все 5 арочек из 25 воздушных петель и завершаю выполнение кругового ряда. Я ввожу крючок в вершинку нашего столбика без накида, выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. И теперь мы с вами приступим к обвязке нашей арочки. Как мы это делаем? Смотрите, под арку я ввожу крючок и выполняю соединительную. Далее 2 воздушные петли подъема. Накид на крючок, под арочку я выполняю 2 столбика с накидом с общей вершинкой. Далее я буду провязывать 12 столбиков с накидом под арку. При этом я буду аккуратно распределять столбики по арочке. Вот таким образом. Давайте свяжем. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Давайте повторим. Бежала наша ниточка. 8, 9, 10, 11 и 12. Выполнили. Обязательно следите, чтобы ваши столбики аккуратненько ложились, достаточно плотненько. И далее я выполняю арочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И вновь делаю 12 столбиков с накидом. Накид и начинаю выполнение. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11 и 12. Я выполнила 12 столбиков, опять же, с накидом. И далее я буду выполнять очень внимательно 3 столбика с общей вершинкой. 1, 2, 3 и общая вершинка.
Далее мы продолжаем и переходим на другую арочку. Я начну выполнение и далее остановлюсь, покажу, что у нас получилось. Смотрите. Опять же, 3 столбика с общей вершинкой. Раз, 2, 3. И общая вершинка. Далее я выполняю столбики с накидом. Раз, 2 и так далее. Всего должно быть 12 столбиков с одним накидом. Я останавливаюсь. И мы смотрим, вот наши столбики. Мы их равномерненько распределяем по арочке аккуратненько. Поправляем хорошо. И так мы с вами будем обвязывать все наши 5 арочек. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. И прежде чем продолжить, хочу показать, что у нас с вами получается. Видите, вот такая звездочка. Обращаю ваше внимание, что мы обвязали все арочки и, видите, да, пропускали арочки, как и договаривались. Я завершаю выполнение нашего кругового ряда и приступаю к выполнению следующего. Смотрите, я ввожу крючок в вершинку столбиков, общая вершинка, и выполняю соединительную. Я уже показала вам, что у нас получилось, и продолжаем работу. Далее я выполняю одну воздушную петелечку подъема и в каждую вершинку провязываю 4 столбика без накида. Раз, 2, 3 и 4. Далее 4 полустолбика. Считаем. Раз, 2, 3 и 4. Выполнили. Далее мы провязываем 1 столбик с одним накидом. В следующую вершинку 1 столбик с двумя накидами. И теперь очень внимательно я выполняю 3 накида на крючок. При этом я пропускаю одну вершинку, в следующую ввожу крючок и выполняю столбик с тремя накидами. Далее мы будем выполнять пико. Смотрите, воздушное. Далее еще одна воздушная, над которой мы выполняем пико из 3 воздушных. Раз, 2, 3. Ввожу крючок в 4 петлю от крючка. Соединительная. Воздушная. Далее я буду выполнять столбик с 3 накидами под мою арочку. Не спешим, аккуратненько провязываем столбик с 3 накидами. Выполнили. Далее. Раз, 2. Раз, 2, 3. Вводим крючок в 4 петлю от крючка. Выполняем пико из 3 воздушных над воздушной петелечкой. Воздушная. И опять столбик с 3 накидами. Провязали. Видите, да? Такая красота у нас с вами получается. Далее мы выполняем пико над воздушной. Только пико у нас теперь будет из 5. Воздушная. Еще одна воздушная, над которой будет пико. И считаем 1, 2, 3, 4, 5. Я ввожу крючок в 6 петлю от крючка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Соединительная. Далее воздушная. И столбик с 3 накидами. Выполнили. И мы перешли с вами на выполнение второй части нашего лепесточка и делаем все, как и на противоположной стороне. То есть выполняем
2 воздушные, далее 3 воздушные пико. Ввожу крючок в четвертую петлю, соединительная, воздушная, в столбик с 3 накидами. Провязали. И еще одно пико. Расслоилась ниточка. Давайте переделаем, чтобы у нас все с вами красиво было и аккуратненько. 3 накида. 1, 2, 3. И 2 вместе. Выполнили. И еще 2 воздушные и пико из 3 воздушных. В четвертую петлю от крючка соединительная, воздушная. И далее столбик с 3 накидами. Очень внимательно мы уже провязываем вершинку столбика. 1, 2, 3. И смотрим. Вот мы уже с вами вершинку нашего лепесточка оформили. И далее выполняем столбик с 2 накидами. При этом, смотрите, я пропускаю вершинку. И вяжем столбик с 2 накидами. Далее столбик с 1 накидом. 4 полустолбика. 1, 2, 3, 4. 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Выполнили. Далее очень внимательно я буду выполнять 2 столбика без накида с общей вершинкой. Смотрите, ввожу крючок, первый незавершенный столбик без накида и следующую вершинку, второй. И видите, я уже перешла на следующий лепесточек. Общая вершинка. И далее я повторяю все точно так же, как выполняла в моем лепестке. Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно. Я выполню 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Дальше у нас будет 4 полустолбика и так далее. Мы смотрим на наш аккуратненький красивый лепесточек. И так мы выполняем наши лепестки до конца нашего ряда. Всего у нас должно получиться 5 лепесточков. Мы их все обвязываем, да, вот таким образом. И прежде чем завершить выполнение нашего ряда, хочу сразу показать вам, что у нас получается. Видите, мы уже практически закончили обвязку всех 5 лепестков. И после того, как мы завершим выполнение, мы перейдем к выполнению еще 5 лепестков другого цвета. Я завершаю выполнение моего кругового ряда. Очень внимательно, смотрите, ввожу крючок в вершинку столбиков, общую вершинку, и выполняю незавершенный столбик без накида. Далее ввожу крючок в воздушную петелечку подъема, помните, да, которую мы с вами выполняли в начале ряда. Захватываю рабочую нить и провязываю через все петелечки на крючке. Мой круговой ряд завершен, и выполнение моих 5 лепестков тоже завершено. Далее я выполняю воздушную ниточку, обрезаю, хорошо-хорошо подтягиваю. Далее, после того, как мы с вами выполнили все наши лепесточки, мы приступим к выполнению точно таких же 5 лепесточков, только другого цвета. Посмотрим, как мы будем с вами это выполнять. И прежде чем приступить к выполнению следующего ряда лепестков, мы их будем выполнять в свободные арочки. Будет ли это такой же цвет или какой-то другой цвет, мы должны с вами нить перемотать в небольшой моточек.
Если у вас моточек пряжи небольшой, то он нам подойдет. Смотрите, почему. Наш моточек пряжи должен легко проходить сквозь лепесточек. Вы в дальнейшем поймете, почему. Это для удобства вязания, для простоты. И приступим мы к работе. Что я делаю? Вы можете взять буквально любую арочку. Я беру вот эту арочку. Напоминаю, работаем в свободные арочки. Я ввожу крючок, захватываю рабочую нить, выполняю воздушную и хорошо подтягиваю. Далее я выполняю столбик без накида под эту же арочку. Далее очень внимательно, как и ранее, наши лепестки будут точно такие же, поэтому я выполняю большую арку из 25 воздушных петель. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Я выполнила арочку из 25 воздушных петель, точно так же, как я выполняла и в этих лепесточках, помните, да? Далее, смотрите, очень внимательно. У меня арка перед работой. Вот я уберу ниточку, чтобы она нам не мешала. Видите, арка находится перед работой. Далее я ввожу крючок за работой. Вот я, видите, прямо хорошо показываю. Опять же, в свободную арку. За работой. Опускаю лепесточек вперед, чтобы он мне не мешал. И выполняю столбик без накида. Все очень просто. Вот таким образом. Смотрим, что у нас получилось. Видите, да? Вот наша арочка. Что мы делаем дальше? Мы опять выполняем с вами арочку из 25 воздушных петель. Выполняем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Мы выполнили арочку из 25 воздушных петель. Далее, почему я и говорила, нам нужен маленький моточек. Смотрите, что я делаю. То есть я выполняю арочку перед работой. То есть перекидываю арку для того, чтобы она была точно так же перед работой. И, естественно, для удобства я беру и перебрасываю нить. Вот таким образом. Далее разворачиваю работу. Захватываю свободную арку. Опять же, за работой. Видите, я наклоняю вперед лепесточек. И вот за работой выполняю столбик без накида. И я остановлюсь. Мы с вами посмотрим, что у нас получается. Видите, вот наши арочки. Так мы будем продолжать выполнять наши арочки до конца ряда. Опять же, выполняем арочку перед работой, закрепляем за работой и так далее. Всего у нас должно получиться 5 таких арочек, то есть будет 5 лепесточков. И прежде чем завершить выполнение нашего ряда, мы посмотрим, что у нас получилось. Видите, наши арочки очень легко запомнить. Начинаем выполнение арочки перед работой, закрепляем арочку за работой. И
Я покажу, как завершить выполнение ряда и приступить к выполнению обвязки лепесточков. Лепестки у нас будут все абсолютно одинаковые. И как я и говорила, арочка начинается перед работой, а завершаем выполнение за работой. И я завершаю выполнение ряда, наклоняю мой лепесточек, чтобы он мне не мешал. И смотрите, ввожу крючок, пропускаю воздушную петлю и ввожу крючок в вершинку столбика без накида. Выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. И теперь я могу приступить к выполнению моих столбиков, да, в лепесточке. Смотрите, лепестки у нас будут абсолютно такие же. То есть мы выполняем все точно так же, как и в нашем лепестке светлом. Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно. Под арочку я ввожу крючок и выполняю соединительную. Далее 2 воздушные петли подъема, накид на крючок и ввожу крючок и выполняю столбик с накидом незавершенный. Далее накид на крючок и выполняю еще один столбик незавершенный. Столбики с накидом и общая вершинка. Далее я начинаю выполнение моих столбиков с накидом. Напоминаю, их мы вяжем 12. Раз, два, три, четыре, пять. И для удобства выполнения, что я делаю? Я продолжаю работу, да, вот таким образом. И при этом я беру моточек пряжи и перебрасываю, то есть протягиваю. И продолжаю вязать мои столбики и выполнять мой лепесточек. Повторюсь, точно так же, как мы выполняли наши лепестки. Я выполню еще один столбик. И далее вы продолжите самостоятельно вязать один, второй и так далее. То есть точно такой же лепесток. Так мы вяжем все наши 5 лепестков. Абсолютно, еще раз повторюсь, точно так же. И завершу выполнение нашего цветочка я вместе с вами. После того, как мы с вами выполнили все наши лепесточки, напоминаю, мы выполняли их точно так же, как и вязали предыдущий ряд наших лепестков, я завершаю выполнение кругового ряда. Он у меня завершается точно так же, как и ряд наших светлых лепестков. Просто повторим. Я ввожу крючок в вершинку. Вот. Общую вершинку столбика. Выполняю столбик без накида, незавершенный. Далее я ввожу крючок в воздушную петелечку подъема. И провязываю все вместе. Мой круговой ряд завершен. Далее я выполняю воздушную петлю и ниточку обрезаю. И убираю нить по изнаночной стороне вдоль моих столбиков. И мы посмотрим с вами, что у нас получилось. Нашего декоративного цветочка. Посмотрите, какая красота у нас с вами получилась. Просто потрясающий объем. Очень интересно, необычно. Внешний вид, конечно же, будет очень зависеть от выбранной вами пряжи, от выбранных цветов. И давайте я вам покажу. Я выполнила точно такой же цветочек или декоративный элемент, можно сказать, да, на елочку, сделав из серебра и золота. Видите, просто потрясающе смотрится. Вы можете связать
цепочку из воздушных петель, да, и сделать петелечку просто из золотой или серебряной ленты и повесить вот таким образом на елочку. Очень красиво. Видите, листочки получились объемные, красивые, очень необычное такое, как плетение прямо получилось. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Обязательно ставьте лайки, пишите в комментариях, что у вас получилось. Связали ли вы такой мотив? Какие цвета использовали? До новых встреч и творческих вам успехов!